Ёкарный. Мандарин! Здорово, я уже рядом с твоей башкой! Полегче, поаккуратнее. Это было невероятно сложно. Всем здорово! Мы давненько не убегали от Хаги-Ваги, а точнее, может быть, даже не забегали к нему в гости. И поэтому сегодня я в Роблоксе решил попробовать снова позависать и поугарать вместе с Хаги-Ваги. Так, ну что, короче, пойдем. Значит, смотрим, что у нас есть. Так, тут у нас Хаги-Ваги, а тут у нас... Я все время забываю, как зовут ее подругу. Господи, напишите мне в комментариях. Так, что у меня есть в руках? Какая-то палка. Что я делаю? Так, у меня есть кофе запрещенный Starbucks. У меня есть... Что это? Непонятно, что это. Я весь блистать стал. И у меня есть жвачка. Нормально. Пойдем. Вау, а что это я так быстро бегать стал? Так, у нас сегодня обе. И, короче, знаете что? Я хочу себе сегодня устроить челлендж. Моя задача сегодня будет вообще ни разу не упасть. Помните, я должен ни разу не упасть. Ну что, давай смотрим. Вот здесь интересно... Но я не упал. Я не упал, я просто дотронулся. Я же никуда не падал. Так, идем дальше. Смотри, вон там у нас прозрачный Хаги-Ваги. Мы должны с тобой сегодня до туда вот дойти, до него. Там будет какой-то здоровенный, огромнейший Хаги-Ваги. А вот морда Хаги-Ваги. Кстати, я так понял, вышла уже, по-моему, вторая часть Хаги-Ваги. Наверное, вы знаете больше об этом, чем я. Напишите в комментариях, стоит ли мне в нее поиграть. Я, кстати, ее еще не скачивал. Первую часть я-то играл. Так, погнали дальше. Это, видать, все игрушки из магазина Хаги-Ваги. Блин, ну вот это вот больше всего мне раздражает. Вот угадывать лево, право, назад, вперед. Давай на красную. Неправильно, блин, все. Я провалил мой челлендж. Все, я должен выключать вообще и не играть в эту игру. Я не буду этого делать, я хочу дойти до конца. Зеленый угадал, желтый угадал, твой красный. Блин, провал полнейший. Почему? Вау, дождяра пошел на улице. Вам показать? Смотри. Видите, дождь? Каждый день, днем и ночью сейчас идет дождь. Да потому что вот такие вот тучи постоянно просто. Да, вроде кажется пальмы и все такое, да нифига подобного. Каждый день дождь. Значит, мы идем на зеленую, потом мы идем на желтую. Так, давай за чуваком повторяем, давай, рискуй, куда ты пойдешь? Ну, какой ты красавчик, спасибо тебе большое. Вот сюда, а теперь вот сюда, а теперь вот сюда. Давай ты первый. Ах ты, блин. А вот теперь я первый. Ха, вот так вот. Отлично, зашибисенький. Идем наверх. А, смотри, вот эта вот прозрачная линия, ее нам нужно перепрыгивать. Ого, смотри, сколько мертвых Хаги-Ваги валяется. Это вы что, на хромакее валяетесь, что ли? Они, походу, снимают какой-то ролик. Вот так нормально? Хорошо, да? Давай на животик Хаги-Ваги прям сейчас прыгнем. На пупочек ему, смотри. Представь, как ему придавило животик сразу. Да ты, блин, что за фигня? Какой непростой обе. Смотри, я иду. Так, 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 так. Все время влево тянет. Куда я еду? Здорово, Хаги-Ваги. Как делища, дружище? Ты что такой надутый? Старбакс будешь пить? А я тебе не дам. А сам попью. О, капец, как я стал сразу быстро бегать. Бодрит-то кофеек нас. Смотрите, как бодрит. Нормально мчим сразу. Джук-джук-джук-джук-джук. О, паленький, блин. Аккуратно, ребята, нам здесь... Давай снова кофеек. Реально круто сразу. Я такой становлюсь сразу быстрый. Прям как в рекламе. Бодрячком, пацанчики. Здорово, Хаги-Вагишки. А че вы такие все грубенькие? Че вы все такие... Я мимо тебя пошел вообще. Не трогай, как говорится, и вонять не будешь. Все, не воняй. Так, опа, 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 полегче, поаккуратнее. Так, это что такое? В смысле, закрыто? Блин, а че мне так обходить надо? Много. Кофе. Нормально добежали. Блин, кофеек реально кайф. Смотри, что я вытворяю просто. Блин, ну все, прикинь, закончилось кофе. Оно удается там буквально на пару минут, и все. И моя бодрость сразу пропадает. Так, походу мы с тобой сейчас в лабиринт зайдем. Что это такое? Лабиринт? Нет, куда идти? О, как мы резко выбрались. Так, тут поаккуратнее. Надо просто вот так. Да ёкеремидон! Да ёкарный кокос! Да ёкарный банан! Да ёкарный ананас! Да ёкарный дуриан. Подожди, ёкарный мандарин. Есть! Слава богу, не будет ёкарного. Опять лабиринт. Блин, кофе это вообще просто палка-выручалка. Вау. Зачем я в самом начале пообещал вам, что моя задача здесь не упасть, когда я уже раз 100 упал просто. Это просто невыполнимая задача. Нет, я как-нибудь такой челлендж устрою, конечно, если вы хотите. Напишите в комментариях, чтобы я выбрал какой-нибудь хобби и ни разу не упал. А если я вдруг упаду, ну не знаю, вы мне придумайте какое-нибудь наказание. Ну вы напишите в комментариях, хотите ли вы так со мной поиграть. Так, я пойду пока, ребят, кофеек по дороге выпью. Сейчас как, побегу?
Блин, такое ощущение, что я иду в обратную сторону. Ребята, что происходит? Я же здесь был уже. Ребята, я понял, я застрял на этих вот квадратах и пошел не в ту сторону. Капец, я глюканул по полной. Все, теперь я разобрался, нормально. Я иду обратно. Вот он, Хагиваги, мы к нему уже практически приблизились. Кофеек, давай, кофеек, говорю, быстрее, у меня энергия кончается. Ой-ой-ой, крутилки-вертелки. Кто-то морет все время. Ай, больно в ноге! Так, а что тут? Ну, наверное, надо забираться. Ну, я так понимаю, вот так. А как иначе? А по-другому просто быть не может. Вот так, теперь сюда. Теперь вот сюдашеньки. И вот так. Ну и, наконец-то, вот так. Да ты че, блин, взял, упал, балбес? Кто придумал эту карту, а? Где мои нервы? Железные. Да ё-моё, блин! Ну выпей ты кофе наконец-то уже. Интересно, сможем мы после этого сейчас забираться нормально? Ну, с кофейком-то попроще. Кружку я выкинул, увидели? Чё я вытворил? Не падай, зараза. Я тебя прибью, если ты упадешь. Блин, пожалуйста, не упади. Не упади, говорю. Ё-моё! Это было невероятно сложно. Ну ладно, у меня чекпоинт. Я уже рядом с Хагиваги. Все, пойдем, быстрее. Ну ты что такой тугодум, а? Иди ты нормально, просто иди нормально. Вот так. Не прикасайся ты к этой стене. Иди от нее подальше. Вот так, вот нормально. Вот, послушный мальчик. Здорово! А ты что такой? Какой-то странный ты все-таки. Что надо сделать? А, пройти надо. Я должен угадать, ну понятно. Раз... 2, 3, 4. Так, смотри, как будто это его язык, да? Но это не язык. Так, поаккуратнее. Вот так, все. Замечательно. Вау, нифига себе, какая эпичная лестница. Ой, ребята, я это сделал практически. Так, собираемся по лестнице. Вперед. Опаньки, нормально так, здорово, мужик. Здорово, я уже рядом с твоей башкой. Сейчас я надеру тебе одно место. Наверное. Опа. Ну все, добрался. Здорово, зубастый. Все, захожу к тебе. 1, 2, 3. Мысли, как бы все, что ли? А что, это все можно выбрать? Нифига себе. Вот это подарочки. Обалдеть, смотри тут сколько всего. Не, ну вот это реально подогнали так подогнали. Что тут есть? Бургер. Чизбургер. Так, ну тут прям много всего. Смотри, всякий. А это что, фен? Я понял, ладно, много приколюшек, но знаете, что самое эпичное и прикольное? Да, вот Кисси-Мисси ее зовут. Я же могу выбрать персонажа Хаги-Ваги, вот, какой эпичный я. Мне достался костюм в конце, еще плюс ко всему полетать, как Аладдин на ковре самолете. Короче, друзья мои, вот такой был у нас сегодня эпичный проход этой миссии. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, жду ваши комментарии, обязательно почитаю. Встретимся в новом видео, пока!